Видеоконференция с участием президентов Азербайджана и Ирана придаст новый импульс углублению отношений между странами, считают эксперты. По словам аналитиков, сегодня на повестке дня Баку и Тегерана значится реализация десятка проектов и программ. Отношения между Ираном и Азербайджаном, они развиваются по восходящей линии. Естественно, это, скажем так, результат политики, которую проводят президенты или, скажем, руководители стран, и экономическая составляющая этих отношений достаточно большая. Мы проводим вот большие проекты: энергетика, транспорт, значит, сельское хозяйство, медицина. Немаловажным аспектом предстоящих переговоров называют решение о совместном использовании энергоресурсов Каспийского моря, а также сотрудничество двух стран в трехсторонних форматах: Иран-Туркменистан-Азербайджан, Иран-Азербайджан-Россия, Иран-Азербайджан-Грузия и Иран-Азербайджан-Турция. Думаю, что встреча в виде конференции президентов двух стран будет обсуждаться многие вопросы, в частности, вопросы проблем международного сообщества, вопросы взаимоотношений, вопросы гуманитарных отношений. Сегодня на столе переговоров между Азербайджаном и Ираном находится около 30 проектов по экономическому сотрудничеству, из которых 14 стороны хотят реализовать уже в этом году. Медина Гурбанова, CBC.